Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Hill Clip Racing 2. Ваши финальные баллы 6, превосходно, отлично. Так, давай-ка дальше глянем. Бесплатный сундучок. Денег 24 тысячи, зашибись, вот это мне нравится. Так, есть еще один бесплатный, давай-ка мы его откроем. Магнит, ускоритель дым. И, по-моему, если я не ошибаюсь, мне будет сейчас доступно 3 бесплатных сундука, но за рекламу. Поэтому, с вашего позволения, я их гляну. Так, здесь нам выпадает 875 монет, тяжеловоз и стартовый. Так, сейчас подождем следующий. Поехали. Здесь нам выпадет 1000 монет, ускорение, управление, и стартовый, и колесный. И, по-моему, последний у нас. Ну, а здесь... 1125 монет, зимние шины и колесные. По-моему, все. Да, друзья мои, сундучков больше нет. Нормально. Так, ну что, у нас 66 тысяч. Насколько ты помнишь, у нас 70 тысяч должно быть. Возможно, даже сейчас мы с тобой эти деньги накопим, если посмотрим еще одну рекламу. И еще 4250 монет нам выпадает. Итого 77 тысяч. Так, теперь я хочу, знаешь, что сделать? Купить... вот эту вот тачку. Да, друзья мои, именно ее. Раллийное авто. Вы посоветовали брать и прокачивать ее. Ну что, бесплатно? Давай. Так, ну что, коробка передач прокачалась у нас. Денег не так уж много. Но давай, наверное, прокачаем мотор. Еще, наверное, мотор. И сцепь... нет, турбо. Теперь интересно, что можно на нее надеть. Так. Подвеска. Наверное, я поставлю колесный ускоритель. Ну, а здесь ты видишь, сколько нужно нам с тобой энергии, чтобы открыть еще ячейки. Давай хотя бы протестим эту тачку. Не уверен, конечно, что у меня здесь будут сейчас первые места. Оу, щит, друзья мои. Ее явно нужно докачивать, докачивать, еще раз докачивать. Так, ну посмотрим. Так-то вроде бы как и неплохо, но чего-то не... это моя ошибка, ребят. Я не знал, что мы просто можем сюда провалиться. Так, фиг с вами. Да что ж ты... ни скорости, ни шаша. Ну правильно, она у меня вообще не прокачана. Поэтому, наверное, скорее всего, нам придется пока кататься на супердизеле. Почему именно на нем, друзья? Ну, потому что на супердизеле нам проще всего будет о-хо-хо-хо-хо зарабатывать деньги. Да, потому что та машина у нас прокачана, причем опупенно. И первые места нам будут обеспечены. На раллийном авто, надо же, я даже умудрился взять первую позицию. Удивлен, поражен. Неожиданно, если честно. Так, ну что ж, давай попробуем. Еще и турбо у нас как-то тут. Перелететь ни шиша пока не можем, потому что вообще ничего не стоит. Ой-ой-ой-ой. Я заехал. Твою налево и упал, не успел. Ну, тут, понятное дело, проигрываем. Как вот они, извините меня, проехали. Так, правильно, один застрял. Не хватило ему мощи. Так, давай, родная моя малышка. Эх, вторые приехали, ну да ладно. Можно, ребята, можно на ней делать рекорды. Так, забрать, забираем. Можно делать на ней рекорды, но при условии, что ты ее прокачаешь. Поэтому я все-таки... слушай, а давай откроем бесплатно. Тут же за рекламу можно, да? Давай глянем. Так, открываем. Выпадает нам 1750 монет, тяжеловоз и форсаж. Я думаю, из вас никто не расстроится, если мы, друзья, с вами возьмем наш дизель и на нем покатаемся. Заработаем кучу денег и потом уже прокачаем раллийную нашу тачку. И уже, я думаю, на ней мы будем, конечно же, делать рекорды. Так, у нас еще сундук, который мы можем открыть. Давай. Сколько денег? О, 2000 монет. Замечательно, все. Сундучков нету, надо их зарабатывать. Так, здесь можно, наверное, прокачать, наверное, сцепление. Сюда потратим с тобой деньги.
Вот так вот. И поменяем все-таки машину. Возьмем наш супердизель, у которого мотор прокачан по-суперски, ребята. Просто по максималке. Ну что, поехали, друзья. Будем делать рекорды. Ты посмотри, ты просто глянь, какая тут сумасшедшая скорость у нас. Я оставил всех позади. Далеко-далеко. Ну а как они хотели. Думали, если я... Тихо, вот здесь главное не дурковать. Если я взял себе новую тачку, то я буду на ней гонять, на непрокачанной. Нет уж. Давай-давай, родной, вытягивай. Здесь вот, кстати, можно прокачать, наверное, рессору или колеса. Тогда мы с тобой вообще будем вытягивать все это на изи. После даже любого приземления. Обожаю этот дизель. Ну, прокачивать в любом случае, точнее не прокачивать, а покупать мы с тобой будем все абсолютно здесь тачки, которые открыли и танк, и снегоход. Но после того, как прокачаем наши основные машины. Так что по поводу этого можешь не волноваться. Вау. И финиш. Вообще в легкую просто берем. В легкую берем, первое место занимаем и продвигаемся дальше. Так, разблокировать. Ого, за рекламку. Ну-ка, что нам здесь выпадет? 2000 монет, крылья и колесный. Замечательно. Ну, а мы двигаемся дальше. Так, денег маловато еще. Надо где-то 1020-30, чтобы, ну, уже более-менее прокачать наши раллийные авто. Старт, очень слабый был старт, ребят. Что-то меня здесь подкололи. Ох, ё-моё, думал, сейчас не вернемся. Но, слава богу, нет, все отлично. Машинка себя очень хорошо ведет. На трассе есть единственное. Не перебарщивать. Ты посмотри, просто все препятствия берем с тобой в легкую. Ай, красава, ай, красава. Это дизелька у нас. И вот он, финиш. Бэм, просто взяли, залетели. Машина не переворачивается, чувствует себя просто уверенно. Так, ну что, рекордик есть. Это лесная тропа. Нам еще две гонки здесь нужно сделать. А когда босяцкий-то будет, я не могу понять. Я так и не врубился, когда тут появляются боссы. Так, ты гля... Тихо! Это кто посмел? Абракадабра какая-то меня обогнала. Эй! Стоять, говорю! Ух, ёк-макарёк, что происходит? Да что за... Одни трамплины, господи. Я сейчас возьму, попробую, но мне что-то... Е-е-е-е, догоняем. Ух! Слушай, есть... Да куда ты там? Ты посмотри, а какой упертый. Первым должен быть. Е-е-е-е, ребят, вот это называется гонка. Захотел он меня взять на своем баге. Фигушки две. Была отличная гонка. Вот, как... Чего? Да куда тут, ё-моё? Да... Ну, тут все понятно. Тут мой дизелек, конечно, меня подвел. О! Еще и перевернулся. И какое же я место получу? Первое. Вот так-то. Слушай, у нас сразу откроется сундук этот? Да. Жалко, здесь нельзя от рекламы никак отказаться. Так, тяжеловоз и ускоритель фляг. И 2000 монет. Двигаемся дальше. Так, опять у нас эта фабрика, или как это назвать-то? Ага. Напрямую мы просто всех уделаем. За счет, опять же, нашей, ребята, скорости. То, что у нас движок прокачан по фулке. Плюс у нас обалденное сцепление с колесами, потому что колеса зимние, они дают нам обалденный бонус. Как стоячих сделал. Что это такое едет там? Вот как такая машина, которая вообще ничем не оборудована, может нас практически, ребята, догонять? Я не знаю, как это делается. Сейчас мы еще раз попробуем. Ага. Смотри. Они не отстают вообще. Стоит сделать элементарную, ребята, ошибочку какую-нибудь, да? Где-то задержаться или еще что-нибудь. Все, тебя тут же настигнут и обгонят. Вот как вот здесь, вот видишь?
Так, вот это вот плохо, вот это плохо. Давай, проезжаем нормально, спокойно. И вот он финиш. Ну, что тебе могу сказать? У нас первое место будет по-любому. Даже если мы сейчас с тобой проиграем. Потому что мы получили два первых места. Стартанул плохо, стартанул плохо. Я уже почувствовал это, ребят. Ох, ёпперс, это да как же ты так, ну, Рейчик, ну, ё-моё. Ладно, хорошо, хоть первое место. Ну, опа. Ну-ка. Фига, друзья мои, в первый раз я вижу такой сундук. И он стоит 96 кристаллов. Это, наверное, крутой сундучок. Обычно нам выпадают желтенькие, ну, иногда синенькие. А это золотой. Так, нечего тут смотреть. Нечего тут слюни, как говорится, пускать. Нам нужно ехать с вами дальше. О, грязные ралли. Надеюсь, не будет никаких пещер. Ненавижу пещеры, ребят. Были бы крылышки, мы бы сейчас с тобой порхали тут как бабочка. А так, видишь, хандрим чуть-чуть. Ну да ладно. Ты посмотри, там какой-то хмыреныш меня практически настигает. Давай. Блин, слишком много ухабов всяких. Не нравится мне. Вот он и финиш. Изи. Тут мы с тобой нормально так сделали всех. Давай дальше. Тут очень, ребята, много чего зависит от именно старта. Если у нас... Ой, дизелек. Если у нас с тобой срабатывает турбо как раз как надо, у нас офигенный бонус именно к старту идет. И мы с тобой очень офигенно отрываемся от наших противников. Если же немножечко хотя бы где-то плюс-минус, все, у нас... Уже, как говорится, катастрофически будет не хватать скорости. И нас, естественно, могут здесь обогнать. Тем более машины, ты сам видишь, какие уже идут. Вроде выглядят как-то непрокачанные, а едут они очень шустро. Вот хуже не придумаешь. Когда летишь на всех скоростях, куда-то вниз там влупляешься. Вон. Оу, раллийное авто, ребята, тут, смотри. Я не удивлюсь, если оно меня обгонит. Так и получается. Да я еще третью позицию занял. Трындец. Ну, все равно я по факту должен быть первым. А, тут еще одна гонка. Сейчас посмотрим. Вот на таких трассах обычно у нас первые места получаются. Которые более-менее ровные. Да что ты, много очень времени теряем вот на эти вот выкрутасы. Сейчас вот здесь вот. Нет, нормально, проехали, отлично. На заднем колесе почти всю гонку на заднем колесе. Да, друзья? Сделали. Рози, турбо. В общем, у нас 10 очков. Опа, открываем с тобой сундук. Новый кубок. Эпические холмы. А, все-таки мы открыли, да, новую трассу. Так, 4000 монет, зимние шины, ускоритель дым и стартовый. А я не могу понять, а почему у нас зимние шины не прокачиваются? Ага, значит, все, здесь уже ничего нельзя открывать за рекламу. Вот тут, что ли, у нас будет босс? Или что, или где? Сколько там? 65 километров проезжаешь, тут ты получишь вот этот эпический сундук. Так, стоп. Небесная скала. А у нас что здесь? Не проедено вообще нисколечко? Ну-ка, давай-ка немножко покатаемся. Капельку. Именно на этой машине, да, надо? Удвоением монет. Давай возьмем. Ну что, поехали? Может быть, здесь можно было и на другой машине, конечно, прокатиться. Я не знаю, ребят. И все деньги, что... Пролетаем просто. Молодцы. Потому что это, опять же, у нас луна. Или Марс. Не знаю, что они тут. Какую планету именно. Ох, можно было бы. Тихо ты, не надо переворачиваться. Ты что делаешь-то? Вот эта машина в свое время, ребята, тоже меня очень сильно радовала. Так как она очень устойчива. И если не ошибаюсь, она была куплена. По-моему, да. Мы с тобой на ней делали рекорды. Там был какой-то то ли акция, то ли еще что-нибудь. Вообще на копейки стоило. Да что ты,
творишь-то, господи? Ты заикой меня хочешь сделать, что ли? Страшно-то как. Не надо переворачиваться, я тебя умоляю, не надо. Да, горючка кончается, ребят. А я, кстати, здесь горючего почему-то и не видел. Все, приплыл. Че, получается только один сундук. Кирилл. Но 1400, я думаю, это неплохо, ребят. Спортивный автомобиль. Слушай, а могу... Че тут? Ага, а тут вообще... На этой машине? Так, подожди, а я могу вот, на, например, на дизеле? Так. Погнали. Оу, я здесь не один еду. У нас целая команда. Ну! Вот это попадос, ребят. Как он умудряется это сделать? Ребята, я не могу. Я не могу. Может быть, можно как-то с самого начала? Повтор, давай повтор сделаем. Ну ты сам понял, да? Неудачно получилось, тем более мы вдвоем заехали. Эта фиговина перевернулась. А здесь я сделал еще хуже. Нет, надо... Нет, все-таки я... На этой машине. Но попробуем просто не газовать. Аккуратненько. Вот сейчас вот, после этого прыжка, надо будет просто ехать поспокойнее. Вот здесь вот. Окей. Получилось. Вот тут тоже надо быть аккуратным, потому что эта фигня может перевернуться, и ты улетишь вниз. Так же, как и вот здесь вот. Слушай, ну вроде бы норм. Пока. Так, вот это вот мне не нравится, вот всякие прыжки. Тихо. Тихо, 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 не разбейся, господи, чуть было головой не врезался. Так, вот тут надо... Ага. Все-все хорошо, 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 родной. Едь спокойно. Враги уже сзади, где-то там позади, фиг знает, где именно, но я думаю, что они уже нас не догонят. Если мы, конечно, куда-нибудь с собой не врежемся. Оп-оп-оп-оп. Так. Замечательно, проехал как красавчик. Так, тут вот тоже не хандри. Тут не хандри, главное, и все будет у нас четенько. Так, денежка идет. Колесики крутятся, денежка мутится. Сам понимаешь, да? Опа. Я думаю, тут уже... Хотя нет, придется немножко. Тихо ты. Вот трасса-то, а. Ты посмотри, какая заковыристая. Так, тихо, тихо, тихо. Ух. Аж дух захватывает, ребят. Так, горючее обязательно нам нужно. Так, здесь мы с тобой преодолели. Нет. Как же так-то? Не вытянул почему-то, ребят. Так, ну тем не менее, неплохо. Сколько у нас с тобой? 14400, ну, грубо говоря, километров взято. Можно еще поехать на этой гонке. Или же, а видишь, в чем суть? Здесь, чтобы получать сундук, ты должен ехать именно на этой машине. То есть, если ты выберешь какую-то другую машину, никаких тебе сундуков не будет. То есть, на раллийном авто ты должен гонять. Давай проверим. Так, а сундук-то где у нас? Ближайший сундук-то... Ага, все, понял, через 200 метров. Слушай, ну на дороге держится эта тачка вообще великолепно. Чувак там что-то сзади застрял. Ее даже не бросает так сильно, кстати, я тебе скажу. Вот тут надо быть аккуратненьким. Опа. Нормально. Так, через 300, да, метров следующий сундук у нас. Возьмешь? Ну, да нет, заезжай ты. Трындец. Опа. Красава. Стабилизировались. А, я думаю, кто это едет? Это я, ё-моё, ребят. Только почему я сам с собой?
тут, извини меня, соревнуюсь. Я не понял. Сам с собой, только на спортивной тачке я еду там. Окей. Так, у нас уже два сундука с тобой взято. Еще один сундук будет через 200 метров. А того, видимо, нам с тобой уже и не догнать вообще. Не-не-не-не-не, заезжай! Все, буль-буль-буль-буль-буль, проиграли, друзья. И дубликат мой тоже проиграл. Ну, два сундука. Наверное, приумножим деньги. Да? Итого 4250. Это, я так понимаю, сверху к нам, да, прилетело. Итак, 15800 километров проедено. Так, а теперь на автобусе. Попробуем. Давай. Почему-то я опять сам с собой тут соревнуюсь. Тихо ты, автобус дурацкий. Ой, как на нем, друзья, тяжело ехать. Если бы вы только знали. Он же у нас вообще не прокачан никак. Вот, в принципе, только ради этого и стоит, ребята, открывать все машины и прокачивать их. Чтобы, да, вот эти вот всякие бонусы проходить. Ну что это такое, ну? Ой-ой-ой-ой-ой. Там еще и у нас с тобой, мало того, что я еду, так еще и пассажиры. Ответственность втройне. Ну, заезжает, заезжает, нормально. Так. В принципе, умножать деньги здесь нет смысла. Вот в первой части есть смысл, потому что там умножение, там, естественно, по 500, по 1000 монет. А тут всего лишь по 5, по одной монетке. Кстати, кого интересует, ребята, тематика гоночек, то можете переходить на мой другой канал, который посвящен именно гонкам. Ё-моё, сейчас разобьемся, да? Нет, все нормально, все. Ай-яй-яй, один выпал. Ребята, один выпал, мы теряем бойцов. Даже два выпало. Один самый... Хотел сказать, самый упертый. По-моему, мне кажется, сейчас у меня автобус сломается и... Мы с тобой будем просто ехать на одном колесе. У тебя нет такого ощущения? Да. Ай, твою ж дивизию. Ты посмотри, мы облегченный вариант автобуса взяли с тобой. Тихо ты, не надо дурковать. Всех потеряли. Ну правильно, зачем нам лишний баланс, да? Там он... Ой-ой-ой, горючее кончается. Да. Ребята, он решил просто не останавливаться здесь, на Марсе без горючего. Просто свернуть себе шею и все. Тем не менее, мы с тобой заработали сундук, крылья, ускоритель фляг. И плюс еще 4250 в копилочку. Окей. Так, ну что, смотри. 16700 мы с тобой уже проехали. То есть есть резон, ребята, гонять. Потому что 100% на 20 тысячах у нас должно будет что-то открыться. Так, а тут сколько нужно? Сколько? 50 тысяч, да? А что на 20 тысячах у нас откроется? Интересно мне знать. Тут 100 тысяч, тут 200 тысяч, 250 тысяч. Я не знаю, что там может открыться у нас. Наверное, ничего. Странно. Ладно, нам нужно с тобой кубки, ребята, кубки. Опа-на. Так, и что мы здесь получим? Колесные 2000 монет и магнит. Че, играть в режиме приключений? Да мы всегда вроде бы играем в эти режимы. Подожди, это что такое-то? Сервер занят. Зайдите попозже. А что случилось с сервером? Опять какой-то, ребята, у нас это... Как это называется-то? А, все, отпустили. У них бывают технические работы и сервера недоступны. Я думал, опять началось. Так, сделай 3 поворота на спортивный автомобиль. Так, сделай 3 поворота в заставе небесной скалы. И маневр.
Так, ну что, погнали. Супер дизель. Так, мы денег с собой нормально уже заработали, да? Может быть, нам можно раллийное авто прокачать чуть-чуть. Фига у чувака автобус. Целая хиба. Тихо. Ты гляди. Ребят, еще один супер дизель тут нашелся, выпендрежный. Нет, это не супер дизель, это... Или... А что... Нет, что это такое? Это, по-моему, фермерская, да, тачка? Ой-ой-ой, фига тут. Ты посмотри, он не отстает, а? Мало того, что не отстает, он даже перегоняет меня, ребят. За счет, знаешь, чего? За счет своих крылышков. Но вроде бы мы пока тут опередили его. А чё? С какого, блин, перепуга у меня тачка, блин, стала тормозить? Блин, я офигею. Она на пустом месте просто стала стоять, блин. Не стала вообще никуда ехать. Чё за дерьмо? Я не понял. Да опять этот хлыщ достал уже, а? Тут уже все автобусы тут присоединяются. Так, вроде оторвался, слава богу. Не, ну там, конечно, ребят, несправедливо было. Практически перед финишем у меня почему-то машина начала очень круто останавливаться, тормозить. Так. Все норм. Такие на мостике подпрыгнули. Вы бы еще бы круче бы сделали бы горы бы. Чего уж так пологенько-то? Е. Ну там все равно, ребят, меня взбесило. Просто уже на финише и на тебе. Ты причем видел, что тут у ребят какие кубки, какие звания, какие места заняты? Опа! Вот это попадос сейчас был. Естественно, со своими крыльями он меня здесь опережает. Ух! А тут-то как? Ребята, это... Ну, для меня это все, это крах. Хотя нет, вырвался я. Но уже вряд ли их смогу догнать. Очень много времени потерял. Очень много времени. Хотя один, я смотрю, тут допрыгался. Ё-моё, еще и горючка. Да выделывался там. Да правильно, ребят, потому что... Да. И в итоге я каким? Вторым. Ну, хотя бы вторым. Не так обидно, если честно. Так, давай-ка мы прокачаем наше авто. Так, что у нас тут? Мотор. Коробка передач. Мощность 36. То есть я могу еще что-то добавить. Так, турбо. Сцепление. И еще турбо. Так, что можно на нее еще добавить? Давай глянем. Так, есть магнит, есть силовое ускорение при идеальном приземлении после большого прыжка в воздухе. Подпрыгните в воздух. Такой себе. Может быть, крылья? Угу. Получаем только лишь второй уровень. Ладно, возьму я, наверное, крылышки эти. Давай проверим, протестим ее. Что-то пока не очень ясно, если честно. Машина вроде как рвет. Все равно пока не пойму, ребят. Как-то вот не чувствую именно. Там кто-то улыбается. Вилди этот. Угу. Слушай, ну, приехал я первым. Наверное, это о многом чем говорит, ребята. Так, турбо, сейчас проверим еще. Да как так-то? И у меня на турбо стояло. Почему он... Или мы не чувствуем этого ускорения, или что? Так, тихо, тут пещера, ребят. Тут надо быть очень аккуратным. Сам, значит, можно разбиться головой в дребезги. Поставил крылья, я почему-то... Не чувствую этих
Чувак, ну ты молодец. Выкрутился из ситуации, красавчик. Вниз головой проехал. Так, должен первым быть. Сделал его. Слушай, ну, ребят, машина вроде бы неплохая. Но что-то вот не хватает. То ли скорости, то ли... Я офигею, это называется наш буст. Тихо, вот здесь я не буду газовать, ребят. Так, теперь почему-то у нас мотоциклист вырвался. Тоже он аккуратничает, я смотрю. Правильно, вниз головой лети отсюда к чертовой бабушке. Нечего тебе здесь делать. Так, мы здесь не выпендриваемся. Опять Валди здесь. Валди, иди нафиг. Первым. Слушай, ну неплохой результат, я тебе скажу. Неплохой. 9 очков. Так, нельзя, да? Денег у нас 1900. Ну, короче, 2000, этого мало. Кубок пустыни. То есть впереди у нас, ребята, еще будет. Я оставлю, оставлю пока. Я хочу хорошечно насладиться этой машиной, ребят. Ну, какой-то вот этот вот слабенький ускорение. Если наш этот дизель, когда было на турбо, то там он рвал просто. Тут как еле-еле, не знаю, может быть, такая специфика этого раллийного авто. Так вот он, видите ли, бустится, или я не знаю что. Или у меня слишком слабый показатель еще пока турбо этого. Но тут я сделал зашибись, ребят. Очень круто. Очень круто, мне понравилось. Перекати поле, да, трасса. Вот видишь, вот не чувствуется, ребят. Вроде дым там шпарит из-под колес, да? Ну ладно, посмотрим. Посмотрим, что там в дальнейшем будет. Единственное, что я тебе могу сказать, машина стабильно себя держит на дороге. Вот только вот кактусы вот эти вот всякие там мешаются, очень сильно мне вредят. И, возможно, то, что крылья у меня прокачаны всего лишь до второго уровня, я не чувствую вот этого вот опупенного эффекта полета. Хотя на других машинах, вроде бы, на том же самом дизеле, когда мы с тобой делаем, это чувствуется намного лучше. Так. Скоростной. Мы, видишь, с тобой... Вот они здесь меня все перепрыгнули. Все абсолютно, ребят. Я самый последний еду. Взяли чисто на прыжках меня здесь. Поэтому можно смело говорить, что вот этот вот крылья, ну здесь от них толку вообще нету. Нету толку, поэтому можно их убирать. Так, все равно я первое место получил, 8 очков. А разблокировать нельзя? Можно. Так, глядим. 1750, стартовые и зимние шины. Почему это-то нельзя, разблокировать? Так, еще немножко остается нам до новой трассы, друзья. Денег, блин, маловато. Хотя коробку передач можно. Так, оптимизирован для наилучшего ускорения. И уберем, наверное, мы крылья. А что, если мы крылья уберем? Что нам ставить? Вот это вот, что ли? Наносимый урон. Не вижу, ребята, смысла наносимый урон делать. Не так уж много у нас тут с тобой препятствий, да, чтобы их разрушать. Воу, 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 воу. Фига тут ребята стартанули, особенно этот Эдди 2011. Да, он хорош. Причем он на баге. Не могу я понять, что... Так, это кто тут? Дерива. Что за Дерива? Вот не могу никак я ускориться. Вот еду с определенной скоростью и все, ребят. Вот это вот меня раздражает. Смотри, видишь? Не получается. Третья позиция, ладно. Еще бесит меня то, что ускорение не работает. Фига. Так, давай-ка аккуратненько поедем. Не хочется башкой тут врезаться. Хотя у меня машина не настолько скоростная, чтобы делать эти супер прыжки. Так, Дерива, я смотрю, там сзади где-то. Вот не хватает ускорения, и все. Вот не могу, ребята, поддать газку, видишь? Еду на одной этой
Немножко аж подбешивает, а. Ну тут понятно, тут и в движке проблемы. Потому что движок не прокачанный. Вроде бы как-то. Вот едем с ним на одной этой. На одной ра. И. Да, хотя бы здесь вторым приехал. Стоит взять здесь супер дизель, друзья мои. Стоит лишь взять его. Я тут, наверное, их как стоячих бы здесь делал. Поверь мне. И, наверное, я все-таки возьму его. Ну, нам же нужно с тобой зарабатывать деньги. Нужно. А зарабатываются деньги на чем? Естественно, на самых лучших авто. Поэтому пока наш раллийный авто не готов делать рекорды, мы будем с тобой брать дизель, на котором будем устраивать супер обалденные гонки, зарабатывать супер деньги, открывать супер сундуки, прокачивать за счет него наше раллийное авто и после, естественно, делать рекорды. Ну, тут плохо, плохо все было, ребята. А, еще гонка. Ну, ясное дело, что мне светит здесь третье место. Это в лучшем случае, если даже вообще не последнее. То есть я могу даже в тройку не войти лидеров. Ну вот, видишь, все лужи перелетели, моя же машина обязательно в эту лужу вляпалась. Обидно, конечно, все это, обидно очень. И крылья тут вообще не в тему, блин. Вообще никак мне не помогают. Хотя Хелду я обогнал. Так, ну врезаться только не надо. Ну да, опять третья позиция. То есть третье мне место светит здесь. Как я и говорил. Так, воскресный чемпион. Давай-ка мы возьмем с тобой наше раллийное авто. Ой, раллийное, супер дизель. Ну что, вот теперь, друзья мои, будем смотреть. Но, как тебе? Чувствуешь мощь? Силу движка, ты чувствуешь? Вот я чувствую, ребят. Просто элементарное приземление на землю сразу. Просто. Просто обалдешь. Поэтому раллийное авто, как бы сейчас, в данный момент, для меня как черепаха выглядит. Если брать супер дизель. Но, опять же повторю, ребят, но. Раллийное авто пока и не прокачанное. Если бы оно имело бы, наверное, движок 20 уровня и плюс все параметры такие, как у нас на супер дизеле, возможно, тут бы был бы совсем другой итог. Это нам все предстоит выяснить. Даже сравнить, когда мы прокачаемся, да? А сейчас, в данный момент, просто вне конкуренции. Просто вне конкуренции мы с тобой делаем всех как стоячих. Так что... Ну, видишь, как бустанулись. Стоп! Стоп, стоп, стоп! Твою налево, я слишком поздно, ребята, заметил. И слишком поздно начал убирать педальку с газа. Но это уже не помогло. Здесь тоже могут подколоть. На скорости потом бац тебе. Какую-нибудь пещерку подсунут. И ты в нее головой. Но вроде бы нет. Тут, кажись, спокойненько все у нас будет. Да, должно быть все отлично. И финишируем. В любом случае, здесь нам первое место обеспечено. Так, 9 очков получаем. Так, можно касанием открыть? Нет, нельзя. Видишь, у нас есть вот такие вот, которые 12 желтые за 32, а супер такие желто-оранжевые получаются за 94. Так, ну что, ребята, еще одну медальку если получаем, мы откроем с тобой вот этот сундук. Первый снег. Как раз для снежка у меня машина предназначена. Почему? Потому что стоят на ней колеса как раз для зимы, которые не дают проскальзывать. Воу-воу-воу-воу-воу. А чё? Фига там? Эй, друзья мои, вы... Твою налево, нифига себе, ребята. Теперь, по-моему... Они как вы умудряетесь перелететь это все? Ну хотя бы третьим приехал, ладно. Так у них, смотри, ребят, у них по итогу, если брать, у них здесь рекорды стоят. И 100%, когда включают вот этого бота, они наверняка берут с самым лучшим результатом здесь. То есть, когда он проходил эту гонку с лучшим результатом. Вот и все. Это единственное. О-о-о-о-о. Вроде обгонял и на тебе.
Нет, моя машинка пока здесь не справляется. Но мне кажется, вот на этой зимней трассе очень хорошо бы себя повел бы снегоход. Естественно, прокачанный. Потому что он предназначен, в принципе, ребята, для зимы. Да что такое-то? Тихо! Юху! Тихонько нафиг. Прям сердце замирает, как он едет неосторожно, неаккуратно. Тихо. Ну тут я вообще их сделал всех. Первая позиция. И по итогу первое место. Ать. Трассу мы не открыли новую, но нет. Но зато открываем сундук. Так, крылья. Ускоритель фляг и... усиленная. Плюс 4000 монет. Так, ну что, ладно, давай дойдем с тобой до новой трассы. И на сегодня, наверное, будем с тобой заканчивать. Давай, давай, там кого-то кепка отлетела. Блин, как он на этих дорожках подпрыгивает, а? Да, 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 да. Заметил, заметил, но поздно уже, все, ребят. Там уже, понимаешь, там уже не сбросишь ты никак скорость. Когда летишь как чумовой с трамплина, когда ты видишь, что там впереди домик, уже поздно что-либо делать. Только уповаешь на то, что либо он залетит, либо перелетит, либо еще что-нибудь. Ну и, как всегда, он летит, естественно, головой, сворачивая себе шею на всей скорости. А вот так вот, когда нет никаких препятствий, в принципе, никаких проблем, ребят, нету с победными местами. То есть сам видишь все. Отлично. Так, ну нам нужно еще с тобой занять первое место, чтобы быть по итогу на первом месте. Оу, щет. Да что ты? Это фиаско, друзья. О, нет, 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 нет. Ломай шею себе, потому что это бесполезно. Меня даже здесь вообще нету. Так. Они меня только разозлили этим. Офигеть, почему именно я провалился? Никто больше не провалился, кроме меня. Так, это что у нас, пляж? Это у нас пляж, друзья. Чего, блин? Какие-то домики тут еще понаставили, блин. Давай завязывай своим бунгало здесь. Фью. Перелетают эти дома вшивые. То есть я, одним словом, для всех подготовил, да, нормальный проезд. Сломав эти вот как раз домики. Так, ну тут финиш уже. Замечательно. Хоть где-то повезло. Так, сколько тут еще гонок? Две. Две гонки нужно будет осилить. Вот это вот надо было нам делать? Наверное, нет. Так. Ну что такое-то, блин? Трындец, ребят. Слушай, мне кажется, что это не боты нифига. Это, мне кажется, реальные игроки. Потому что они себя ведут адекватно. Дают назад. Ну, ты сам понимаешь, да? С разгончиком. Все как полагается. Вряд ли бы бот бы начал бы тут отъезжать назад, набирать скорость и тому подобное. Вот я неугомонный, вот я дуралей, а. Вот куда тебя леший-то несет, а, Рэй? Ладно. Ну, тут уже я вторым, по-моему, приехал. Да, ребят, вторым, вторая позиция. Но не последняя. Так, первое место у меня, второе. И теперь нужно обязательно первое. Ну, пляж. Со своими придурьями. Ну вот, начинается. Тихо ты. Да куда ты твою налево, блин? Короче, вторым приедем. И, наверное, будет у нас второе место здесь. Чё за дурацкий пляж, а? С такими, блин, ухабами, с такими горками. Я манал. Зашибись. Мало того, что горючка, еще и перевернулись.
Еще и бензин закончился. То есть вообще не вторым, блин, а боюсь, боюсь, даже в тройку мы не зайдем. Видишь, на четвертом месте. А нет, все-таки второе место. Ну хоть второе, ребят. Че за трассы такие противные? Магнитная цепь, это что у нас там опять? Фабрика, ну да, фабрика. Я хотел просто взять и дойти до трассы, ребят. Давай еще шею себе сверни там. Так, тихо, тихо, тихо. Идем пока первыми. Так, отключили мы им там, типа, да? Да почему ты после приземления никак не можешь нормально набирать скорость-то? Ёпарасете, блин, а? Не пойму вот этого, это ж бесит, блин. Приземляется, и все, блин. Раздражает он меня в этом плане. Какая-то забуксовка идет, непонятно, вообще необоснованная причем. Ну что ты даже... Я не понимаю, блин, вот в первой части он спокойно заезжает на эти препятствия. Здесь же начинает, блин, херней страдать, блин. Как ты меня достал, а? Машина, что ты делаешь, я не пойму. Не было раньше у нас таких проблем. Сейчас... Давай, давай, давай. Твою налево, я же думал, сейчас свернет себе голову. Крыша отвалилась, слава богу, только. Какое там у нас место? Второе, ё-моё. Тот уже там сидит на финише, греет задницу. Я не знаю, что тут еще можно сделать, друзья. Знаю я ваши эти магнитики. Правильно. Перевернулся чудик. А нефиг газовать. Юху, первая, первая позиция. Так, я на первом месте, нормально. Так, трассу открываем. Открыли, все, друзья мои. Это новый кубок, день гонок. Новая какая-то у нас трасса получается. Кубок шахты, нифига. Босс. Франк. Блин, ну только не в шахтах. Ё-моё. Ну что, давай хотя бы глянем. Друзья, давайте глянем, что за босс бриллиантовый. Что там вообще за машина? Аккуратно нафиг. Аккуратно, Рейчик, я тебе говорю, что ты делаешь? Это же, блин, шахты. Лучше так сделать. Лучше врезаться передком, да, как говорится. Найс, тут отлично получилось. Сколько нам гонок нужно сделать? 4? 3. Здесь 3 гонки, друзья. Не отстает олух. Не отстает он от меня. Так, вот он крутит по-всякому. Ё-моё, фух. Думал, сейчас перевернусь. Тихо, вот тут не надо. Давай нормально, едь. Знаем мы эти выпендрежи ваши. Друзья мои, а по-моему мы Франка-то сделаем. Как тебе такой итог? Так, тихо. Ага. Блин, там крутится как хочет, ё-моё. Ладно, придется уже доезжать, ребят, доезжай, 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 доезжай. Лучше нафиг передком, как я тебе говорил. Твою. Должно быть первое место, ребят. Yeah. Фух. Мы сделали босса с тобой. Ух. Как тебе такой итог? Новый автомобиль формула. Ребят, напишите в комментариях, как нам формула. Зачет или не зачет? Так, новое достижение. Дела идут в гору. Базара нет. Фух. Четко. Все, ребята,
Сколько стоит тачка? Сумасшедшая быстрая езда для ровных дорожек. Постарайся не развалиться на куски. Ну, я понял уже, в принципе, друзья мои, что она предназначена именно для таких скоростных трасс. Так, ну-ка, моторчик. Опа, нормально. Ну что, друзья мои, на этом я, пожалуй, буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр. И до новых скорых видосиков. Удачи вам!